На торжественную церемонию вручения именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского района съехались сами стипендианты, их преподаватели и родители. В фойе Видновской школы искусств расположилась выставка, из которой можно было узнать о самых значимых достижениях ребят. Здесь спортсмены соседствовали с художниками, певцы и танцоры с победителями интеллектуальных олимпиад. Учусь в пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Поступила туда благодаря заслугам в творчестве. Занималась раньше в детском центре «Гармония» танцами, вокалом. И вот благодаря этим заслугам я сейчас здесь получаю премию. В этом году стипендиатами стали 63 учащихся Ленинского городского округа. 13 получили стипендию от губернатора, 50 от главы района. Первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков поблагодарил за успехи и труд не только самих школьников, но и их родителей, педагогов и наставников. Как это дается? Да, это талант, он и с рождения, на генном уровне. Но какой труд стоит за этим талантом, за этим учеником со стороны семьи, со стороны педагога, тренера, наставника, друга. В целом работает вся система. Балерина Аня Аржакаева – лауреат международных, всероссийских и районных хореографических конкурсов. Сейчас она учится в хореографическом колледже, но начиналось все с занятий в Центре детского творчества «Гармония». Я сказала маме, что я хочу заниматься балетом, и мама меня определила. Мы нашли Ольгу Анатольевну, и я так начала заниматься балетом. Спортсмен Кирилл Солопов из Развилки уже второй раз получает премию главы муниципалитета. За его успехами следит мама Евгения, ведь детские достижения невозможны без помощи и наставления взрослых. На данный момент у него второй Q. Это уже достаточно большой путь пройден. То есть не за горами уже первый дан через пояс. Вот. Поэтому успехов много, я горжусь своим ребенком. В этом году в районном конкурсе на соискание стипендий приняли участие более 100 детей и подростков. В результате отбора именную стипендию главы муниципалитета получили 50 ребят из 22 образовательных учреждений, 15 школ, 2 центров детского творчества, 3 школ искусств, спортивного центра «Дельфин» и спортивной школы «Олимп». От художественно-технического лицея в этом году 5 стипендиатов. Ежегодно наши детки становятся стипендиатами премии главы и губернатора в том числе. Это следующий уже этап. Дети занимаются в творческих коллективах с удовольствием. У нас в лицее их много. Было, есть и будет. Будем развиваться и дальше. Именная стипендия главы района вручается с 2007 года. За это время ее получили 900 ребят, показавших отличные результаты в науке, искусстве и спорте. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.